100 лет назад выстрел в Сараево изменил историю 20 века, направив ее в военное русло. Королевский музей армии военной истории в юбилейный год провел тотальную мобилизацию своих запасников для специальной экспозиции 14-18 – это наша история, в обрамлении красных маков – символов большой войны. Выставку стоит посетить с детьми. Если не факты и цифры, то достоверно воссозданная атмосфера войны дойдет до детских сердец напрямую через образы, запахи, звуки. Урок истории в музее. Делая первый шаг, зритель попадает в Бельгию 1914 года. Ее колониальные реалии, ее достижения науки и техники, культурный контекст победно шествующего по стране стиля арт-деко. Красной нитью проходят по выставке две судьбы двух суверенов – от рождения до смерти, двух родственников – короля бельгийцев Альберта I и кайзера Вильгельма II. Их противостояние и неожиданные сходства биографии. Гигантские карты очерчивают географические рамки войны на территории Бельгии, дают топографические названия, ставшие знаковыми. Выставка проводит зрителя по окопам войны, дает понюхать пороха. Специально для детей была поднята тема «Животные на войне». Компьютерные игры знакомят с участием братьев меньших во фронтовых операциях. Четыре года войны, будни, страдания и скуки ожиданий. Богатая коллекция музея воссоздает быт солдат и офицеров Великой войны. Бог в деталях, они говорят больше, чем военные сводки, об абсурде массового убийства человека человеком. Газопеид, как известно, был впервые применен на территории Бельгии, как и другие виды химического оружия. Так вошел в историю город Ипр, около которого проходили основные сражения. В этом году особенно популярны на антикварных аукционах открытки, пропагандистские листки, выпускаемые с обеих сторон – союзников и немцев. Как пропаганда смотрится и американский продуктовый магазин. Не забыта роль Красного Креста в Большой войне. Большая часть выставки посвящена жизни Бельгии в эти годы. Кафе-бар, где собирались обсудить последние сводки с фронта. Первая мировая война была не только сфотографирована, но и снята на кинопленку. Выставка почему-то краткая, всего 2 месяца, и продлится до 26 апреля. Я бы ее назвала «Бельгия в Первой мировой войне», так как ее мировой характер кураторы как-то не затронули.